Доброе утро, друзья. Приехала на дачу, взяла, грамм 100, наверное, железного купороса. Взяла 600 грамм карбамида, развела в 10 литрах воды. Хочу сделать очищающую обработку своим растюхам. Смородине, малине. Может, яблони. В общем, вот так. Видите, какой цвет получился? Вообще рекомендовано 300 грамм. Или 150 грамм, хотя бы 200, вот так. Но я сделала поменьше. Боюсь, понимаете, еще. Вот. И хочется сделать очищающую обработку от всякой разной заразы. И листья, чтобы облетели вот эти больные. И с другой стороны, как-то страшновато. Вот так. Цветочки, безвременники, видите, какие. Вот у меня мой опрыскиватель. Вот сейчас все разойдется. Налью и начну опрыскивать. Печку сегодня не топлю. Обогреватель включила. И все на этом. Вот сейчас по-быстрому дела поделаю свои. Все, что наметила. Вот надо еще вот этот вот чесночок накрыть чем-нибудь. Где-то вот изыскать мульчу. И вот тот лучок тоже накрыть. Все. Если честно сказать, дорогие мои, неуютно. Вообще неуютно. И в теплице еще ничего не убирала. Вот ванну надо поскребсти. Видите, вода ушла. Вот здесь кикос у меня такой. Сейчас я ее залью. И порошочком я ее, конечно, потру как-то. Вот видите, от мышей разложила отраву. И вот этой вот штучкой я тру. Порошок у меня, я вам показывала. Вот это вот такая вот сода. Понемножку всходит и горчица, и фацелия. Так что огурчик вот мой, который остался, не замерз. На субботу-воскресенье ожидается у нас здесь минус. Поэтому, наверное, всему вот этому вот, всей вот этой красоте придет конец. Вот видите, еще вот у меня осталось. Это вот с прошлого года у меня отрава осталась. Вот надо все это вот рассыпать, потому что какой год? Прошлый или позапрошлый год, по-моему, тут у меня, какая-то мышка такая большая, она не полевка, облюбовала мою теплицу, и сколько она мне здесь погубила перцев, это просто. Я высадила ранние перцы, и она прямо чик вот так вот около... Чуть повыше корешка стебелечек, прямо вот как ножницами. Хочу вот эту вот петрушечку. Хочу вот эту петрушечку посадить в какой-нибудь ящичек, обрезать ее, посадить в ящичек и увезти домой. Вот так, мои хорошие. Ничего еще, порядки никакие не наводила. Вот. Все некогда. То дома какие-то дела. То в стоматологию летаю. Пока на тот берег доеду, уже сколько времени проходит. Если честно сказать, уже даже и делать ничего неохота. Холодно, ветер, все промозгло все. И самое главное, конечно, это то, что я одна. Вот, Андрюшки нету тоже. Устал, наверное, уже тоже дома. Так что вот так. А один, одному ничего не хочется. Один, совсем один. Один, совсем один, дорогие мои. Вот так. Такая вот осенняя обстановка у меня на даче, друзья мои.
правда, приезжаешь весной, все дышит благодатью, все просыпается, все хочет жить. А осенью все умирает. И так грустно. Ну ничего, дай бог. Дай бог переживем осень, а там и зима, а там и февраль подойдет. И вот уже перчики будем сеять, томатики, цветочки. И снова понеслась жизнь, друзья мои. Вот так. Желаю вам хорошего настроения, лучше, чем у меня. Тайга моя передает вам огромный-огромный привет. Будьте счастливы. Спасибо вам, что вы со мной. Спасибо. И подписчикам моим, друзьям, и гостям канала. Вас немного, но вы мне очень дороги. Мы смотрим с вами в одну сторону. Да, я это чувствую. Я вот пробегусь. Я пробегусь по Ютубу. Зайду на некоторые каналы, дорогие мои. Вот честно хочу сказать. Вот ни одну бы я бы вот такую очищающую жидкость я бы сделала. Ой, диву даешься, просто диву даешься. Смотрите, какое небо хмурое. Какое хмурое, пасмурное небо, тучи такие. Сегодня дождя не обещали. Ну вот не знаю, может пронесет. А то я тут собралась проливать свои растюхи. Да и ладно, все равно что-то попадет. Ну что, дорогие мои, желаю вам всего самого-самого доброго и хорошего. Мира нам, добра, здоровья всем, настроения, понимания, любви. Пока-пока, мои дорогие.